Сейчас будем обсуждать военный аспект этой темы с Иваном Ступаком, военный эксперт Украинского института будущего, консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. С нами. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, добрый вечер, студия. Приветствую вас. Вы знаете, вот учитывая, что все ждали вот этого... цифры этой в 100 тысяч, да, вот она перевалила. Мы на это реагируем в Украине. В России никакой реакции на это нет. Наверное, потому что там недостаточно информации. Можем на это делать скидку какую-то. Но в то же время мы понимаем, что конвейер не останавливается, мобилизация продолжается. А цели Российской Федерации, учитывая такие потери, которые передаются через федеральные каналы, меняются или это уже совершенно не важно? Как вы думаете? Вы знаете, цели у них постоянно адаптируют. Вот, в зависимости, не знаю, от месяца, от квартала. Вы правильно вот сказали. То денацификация, потом нет расширения НАТО, потом ЛГБТ почему-то пририсовали сюда. И вот я вот смотрел последний сюжет, и действительно до этого про себя еще отметил, что пошли брать какими-то такими вот более тонкими чувствами вот на не на слабо, а вот... все там, а я здесь. И вот с этой целью снимаются вот такие вот ролики, там, дед, машину не продавай, я записался, контракт подписал, там, мальчики уехали, мужчины остались. То есть на какое-то вот такое вот тонкое чувство, стыдоба, наверное, стыдно быть в тылу, иди воюй. Ярая привязка всего, что происходит ко Второй мировой войне, ну, называют Великая Отечественная война, пытается все это связать, вот эти вот за победу, фашисты, наше дело правое, мы победим. То есть вот это вот все позволяет им сейчас плавно играться целями и установить себе победу тогда, ну, себе, когда они этого захотят в тот момент времени, который им, ну, покажется правильный или оптимальный. Знаете, просто самое интересное, вы сейчас провели такую параллель, и я вспоминаю вот те лозунги того советского времени, ведь по большому счету боролись против фашистов, которые пытались захватить мир. То есть, чтобы нацизм с фашизмом поглотил весь мир, гитлеровская Германия должна была завоевать. А в данной ситуации у них совершенно никакие параллели не проводятся по поводу того, что Украина не то что не собиралась на Россию нападать, а мысли о том, чтобы завоевать Европу, у нас не было даже, ну, фактически, давайте так скажем, просто в наших возможностях. Лукашенко с тобой бы не согласился. Ну да, он знает, откуда готовилось направление. Да, смотрите, они просто взяли самый удобный рецепт для себя. То есть, я так понимаю, они сели, там где-то в Кремле в какой-то башне сделали, брейнстормили, так, думаем, что, давай возьмем, наше дело право, есть там, взяли, фашизм не пройдет, ура, взяли, вот это взяли еще, возьмем буквы латинского алфавита, так они же вообще, ну, это как бы натовские буквы, это Запад, да, ну, как бы, это не кириллица, а черт с ним, берем, никто спрашивать не будет, айда, гойда, и помчались. Айда Гойда, да. Но поскольку уже вспомнили о Лукашенко, давайте также вспомним, с чего начинали эту неделю, с обсуждения визита Путина в Минск и переговоров Путина с Лукашенко. Так вот, я дополню, сейчас будет много цифр, но они, правда, важны. 20 декабря в районе 5 утра с железнодорожной станции Полонка, это Республика Беларусь, отправился эшелон с военной техникой Вооруженных сил Российской Федерации, которая дислоцировалась на полигоне Абуз-Лесновский, сообщает мониторинговая группа «Белорусский Гаюн». Прошел эшелон Березу, Жабинку, Драгичин, Иваново и прибыл в Лунинец. Это уже Брестская область. На платформах размещалось 23 танка Т-80, 8 бензовозов, 9 грузовиков, среди них Уралы и Камазы, также 2 пассажирских и 7 грузовых вагонов. Помимо этого, 19 декабря на ЖД-станции Заслоново, это Витебская область, осуществлялась погрузка на платформы более 20 танков и около 16 Уралов Вооруженных сил Российской Федерации, которые находились на полигоне Лепельский. Позже эшелон направился в направлении Орши и ушел на Осиповичи. Пунктом его назначения предварительно является Слуцк, это Минская область, что также значительно ближе к границе с Украиной. Известно также и про переброску третьего эшелона с техникой Вооруженных сил Российской Федерации через Шклов, это Могилевская область. Прошел эшелон с 20 БМП-2, 3 бензовозами и 7 Уралами и также другой техникой. Он проследовал через Оршу, Могилев и
Жлобин. В итоге прибыл в Калинковичи, это уже Гомельская область. И вот, соответственно, казалось бы, да, все сейчас можем видеть на своих экранах, всю эту карту передвижения составов. Теперь вопрос, удалось ли склонить, потому что очень много версий, что да, удалось убедить Путину вступать Лукашенко в полномасштабную войну. Нет, не удалось. Но, тем не менее, вот эти перемещения, это для того, чтобы держать все время в напряжении украинскую армию, либо действительно скоро стоит ждать полномасштабного вторжения, и они не отказались, например, от той же идеи захватить Киев? Ой, смотрите, тут все интересно. Вот вы показали эти все перемещения, но там была информация, что эти вот вагоны, не вагоны, платформы, угу. Да, эшелоны, платформы с техникой, они даже не разгружали. То есть это они поездили, они проветрились, и постояли там ночь на станции, потом опять вернулись. То есть такое ощущение, что его просто гоняют для, я не скажу, что просто для запугивания. Одна из составляющих целей — это отслеживание нашей разведки. То есть они наблюдают за нами, как мы наблюдаем за их перемещениями, за их техникой. Смотрим, как мы реагируем, где наша техническая разведка включается. То есть это, я расцениваю, еще элемент такой разведывательной работы. Я пока на данный момент не вижу оснований говорить, что Лукашенко принял решение идти воевать. Или Лукашенко убедили настоятельно, хотя такие моменты, убеждения, они присутствовали во время визита Путина в Минск. Один из таких демаскирующих признаков, когда Александра Григорьевича усадили в автомобиль в аэропорту в Ауру. То есть он поехал не на своем, а Мерседес, Бенц, Майбах, Варт, там, супер-пупер, бронированный невероятной космической стоимости, а поехал в Аурус. То есть поймите человека, да, ты в своей стране, ты диктатор своей страны, но тут тебя садят в чужую машину, ты не знаешь этих людей, ну, понятно, кроме Путина. Ну, теоретически можно было и удавить в машине, выдать в конце поездки, сказать, что сердечная недостаточность была. То есть насколько напряженная атмосфера была, но он показал себя на данный момент, Лукашенко, как тефлоновый диктатор, к нему ничего не пристает. И вот эти вот все совместные учения, паровозка техники туда-сюда, это угоду пока Российской Федерации, потому что у Александра Лукашенко сейчас есть большая хрустальная и розовая мечта. Это белорусская космонавтика. Сегодня, да, по-моему, сегодня как раз он еще находится в Российской Федерации, и там он посещает и звездный городок, и как раз он хочет первую девушку космонавтку, да, гражданку Беларуси отправить в космос. То есть у него сейчас есть эта цель такая хрустальная, и он ее сейчас лелеет. Я так понимаю, что он согласен с любыми просьбами Путина, а мы там вот технику, да-да-да-да-да, а я поеду вот как раз вот на звездный городок, там проведу учения, посмотрю, как там тренируются в центрифуге девушки, там его сын Николай, то есть у него пока есть мечта, цель, и вот он ее как раз ее преследует. Сейчас, наверное, где-то очень тихо заплакали представители НАСА. Но не об этом сейчас речь пойдет, о том, как реагируют на те вызовы, с которыми мы можем столкнуться в ближайшее время наши западные партнеры. Я сейчас процитирую генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который отмечает, что действия Кремля свидетельствуют о планах России возобновить наступление на Украину, а приглашение к переговорам — это лишь попытки выиграть время на подготовку. Об этом Столтенберг написал в колонке, опубликованной в издании Financial Times, и напомнил, что Россия за последние месяцы мобилизовала около 200 тысяч новых солдат, а события на поле боя свидетельствуют, что руководство не считается с потерями. Параллельно Москва пытается договориться об оружии и боеприпасах с другими авторитарными союзниками, прежде всего с Ираном. Давайте послушаем. Россия надеется заморозить войну, чтобы иметь время перегруппировать, перевооружить силы и попытаться возобновить наступление. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал Российской Федерации начать отводить войска перед Рождеством, как первый шаг к завершению конфликта. Но Москва резко отвергла это предложение. Это Путин начал войну, и он может завершить ее хоть сегодня, убравшись из Украины. Сейчас нет признаков, что он действительно хочет мира. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.
Иван, я вам сейчас, ну, поставлю, задам вопрос, который, ну, на самом деле очень такой, ну, тонкий, потому что пытаются наши западные партнеры на него очень аргументированно ответить, но тем не менее, когда мы говорим о том, что Путин может закончить эту войну, мы за последние 10 месяцев видим, что, в принципе, без западной помощи и без той техники, которая нам поставляется, возможно, такого быстрого успеха бы не было. Но эта техника может ускорить, без решения Путина, закончить возможность закончить эту войну. И вот когда они били в набат до 24 февраля, говоря со всех утюгов практически о том, что будет наступление на Украину, мы до конца в это не верили. Очень много даже европейских политиков в это не верили. Сейчас происходит то же самое. Но разница между этими событиями 10 месяцев. Почему до сих пор они, говоря об этом, не предпринимают тех действий, которые могут для того, чтобы не то, что не допустить этого, а ускорить завершение войны без решения Путина? Так, теперь еще маленькое такое отступление по поводу вот Путин, переговоры, хочет, не хочет. Слушайте, он переговоры, правильно было отмечено, он хочет паузы, войну заканчивать не хочет. Самый важный демаскирующий признак того, что Путин не хочет, не планирует завершать эту войну, это военный бюджет Российской Федерации на 2023 год. То есть вот все, что там на национальную оборону, на вот силовые органы, 30% российского бюджета пойдет на войну. Ну, то есть какое перемирие, то есть какой мир? То есть только война, он нацелен на войну. Теперь по странам Европы. Почему так вот долго тянется? Во-первых, бюрократическая составляющая. Это раз. Будем прямо говорить, не все так хорошо в европейских странах, они не могут принимать решения, вот раз, и все, там остановились, все, больше с Россией никаких отношений, теперь только помощь Украине, все, такого нету, тоже очень инертная система. Вторая составляющая, большие ресентименты к Российской Федерации, очень много стран Европы были очень сильно зависимы от Российской Федерации, газ, нефть. Титан, ну, например, титан, который поставляется для авиастроения. Ну вот, например, корпорация Embraer бразильская, 100% зависимость от российского титана. Boeing американская, по-моему, 30%. Airbus 60%. Вот так вот просто взять и отрезать Российскую Федерацию от там, всей мировой экономики, куда она встраивалась 20, больше 20 лет. Невозможно. Поэтому какие-то страны вынашивали идею, слушайте, может, там сейчас они договорятся, вот как-то там, ну вот как в Крыму было, ну зашли, ну хорошо, принимаем эти реалии, там Донецк, Луганск, ну ладно, так и здесь может быть. Но война настолько разогналась, настолько большой маховик войны, это вынудило другие страны европейские отказываться от нефти. Вот только сейчас вот отказываются от газа. Только сейчас. Вот тут эти все потолки, ограничения. А там еще есть алмазы, золото, платина, там разные еще вещи, которые поставляются, там космическая составляющая. То есть их нужно вынимать из общей экономики Российской Федерации, из мировой. И где-то вот, я думаю, с 23-го года, когда пройдет этот шок, как-то мы без российского газа, а вот так вот. Справились. О, так возврата уже не будет. Ну все, тогда уже можно вести совершенно другую риторику в адрес Российской Федерации. И эта риторика уже меняется. Вот, например, пример Германии самый такой разительный, самый яркий. Хотелось бы напомнить, что также в издании The Wall Street Journal вышла большая статья, посвященная тому, насколько объективную и всестороннюю информацию президент Российской Федерации получает о войне в Украине. Основные тезисы таковы. Доклады, проходя по длинной цепочке от фронта до высшего руководства, теряют актуальность. Спустя 10 месяцев войны в отчетах продолжают преуменьшать неудачи армии Российской Федерации. Кремль это опровергает. Пресс-секретарь президента Песков заявил СМИ, что у Путина несколько каналов получения информации. Есть в статье еще один важный момент. Нынешние и бывшие российские официальные лица и люди, близкие к Кремлю, утверждают, что Путин по-прежнему полностью привержен тому, чтобы заставить Украину подчиняться и готов на долгие годы мобилизовать российскую экономику и население для достижения успеха. Ну, тут сразу несколько вопросов. Во-первых, ну, действительно ли доходит такая отредактированная, мягко говоря, информация, да, к Путину? То есть попадает уже на стол к Путину достаточно приукрашенная история, да? И второе, он точно готов на многие годы мобилизовать российскую экономику? Потому что, ну что, на военные рельсы и...
Отвечу на ваш каверзный вопрос. Смотрите, не должно быть никаких сомнений, что у Путина, да, там у него много источников, как он говорит, я получаю с разных источников, служба внешней разведки, господин Нарышкин, Главное управление Генштаба, Министерства обороны, это бывшая военная разведка, ну, главное управление разведки, ФСБ, там разные башни Лубянки ходят, докладывают, ну, понятно, что кому-то разрешают, не только там директор ФСБ ходит, но, что важно, я вам приведу такую аналогию, можно со своего ноутбука заходить на разные порно-сайты, но если у тебя стоит один фильтр, да, там, firewall, то ты будешь получать там, ну, то есть будет отсекаться информация, которая тебе не нужна, то есть, ну, вот эти порносайты. И вот как бы мы ни приносили с разных источников, но есть firewall администрации президента Российской Федерации, вот в лице Антона Вайна, Алексея Громова, первого заместителя, который курирует всю пропаганду. Вот эти все люди, эту всю информацию, так вот, хоба, они делают обтекаемо. Откуда бы она ни пришла? Оттуда. Она будет иметь одну общую канву. Что-то в таком духе. Мы не несем потери, у нас есть трудности. Нашу технику, там, 100 единиц танков не разбили, а повредили. Чувствуете, как тональность меняется, да? Разбили и повредили. Сейчас она восстанавливается. То есть, и вот такие вот массы бюрократических уловок, когда можно даже самое большое свое поражение превратить что-то такое нейтральное с позитивным прогнозом. Вот, например, они не ушли из Харьковской области, а перегруппировались, да, сделали жест доброй воли. И уже выглядит на бумаге все очень красиво и аккуратно. Важно понимать, все его источники, они очень отфильтрованы. Люди, лишние люди к нему не приходят. Все те люди, которые раньше могли прийти, сказать ему правду в глаза, в окружении Путина больше нету. Последний такой человек был Алексей Кудрин, который сейчас ушел в корпорацию Яндекс. Да, он последний, кто мог сказать Путину по финансам, что так мы делаем неправильно, денег нет, здесь нельзя. То есть он как-то выстраивал грамотную политику Российской Федерации. Все, этого уже нету. Теперь вторая стоящая вопрос, там финансовые говорили. Готова ли Россия, там рельсы экономические? Вы понимаете? В российской власти нет экономистов. Вот сейчас вот есть силовики, есть силовые менеджеры, есть вот олигархи, которые получили свой капитал, огромный капитал, на залоговых аукционах в 90-х. Олигархи, которые отжали у маленьких олигархов все, сформировали свой пул. Экономистов нету. Им по барабану, я прошу прощения, сколько стоит то, сколько стоит это. Есть задача, делаем. Обратите внимание, в советское время то же самое было. Страдали чем? Не считались с расходами. Вот американская разведка постоянно пыталась посчитать, а сколько же стоит переместить, например, из Советского Союза из одной части в другую несколько эшелонов с людьми, с техникой. А в Советском Союзе было по барабану. Они не считались. И вот именно экономика, не просчитывание перспектив, не просчитывание последствий своих решений экономических, и привело к развалу Советского Союза. Точно так же экономическая безграмотность приведет к развалу Российской Федерации. Ну, так как мы сейчас говорили о том, какую информацию получает Путин и из каких источников, насколько она объективная, точно так же я хочу, чтобы вы прокомментировали, насколько объективное видение того же Путина и Кремля коллективного по поддержке российского населения так называемой специальной операции. Он до сих пор рассказывает своей аудитории, давайте так скажем, что 99,9% россиян готовы все положить в интересах своей родины. Как вы считаете, как на самом деле обстоят дела в Российской Федерации в плане поддержки? Потому что российские социологи, российские эксперты в большей степени опираются на то, что люди просто боятся, и социологию там провести как таковую невозможно. То есть мнение Путина, и как на самом деле вы видите обстоят дела в Российской Федерации с поддержкой? Смотрите, вы правильно сказали, социологии в Российской Федерации нет. Ну, нет там социологической службы, которые могли бы там сделать там щупом, да, и замерить там мнение общества, сделать срез и сказать там так, эти полностью согласны, эти частично согласны, эти одобряют, но не согласны. То есть такого нету. Единственное, более-менее соцопросы проводила, внимание, Федеральная служба охраны Российской Федерации. То есть, ну, эти опросы все были для внутреннего пользования, то есть для себя, чтобы понимать вообще, кто, куда, где, зачем, как мыслит. Все.
даже сейчас они отказались от этих соцопросов. Аргументация была изумительная. А зачем? Мы так все понимаем. С другой стороны, российское общество настолько с таким большим стокгольмским синдромом, что они готовы отвечать на вопросы соцопросов, а как нужно? Я скажу так, как нужно. То есть они не отвечают так, как они считают нужным, чтобы не было проблем. Вот эти все уголовные статьи, уголовное преследование за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, там еще что-то. То есть, когда садят за ретвиты, за репосты, поэтому проще народу говорить вот, да, поддерживаю полностью, да, поддерживаю полностью. А на самом деле они пытаются занять страусиную позицию, чтобы им больше не задавали такие вопросы. То есть они стараются быть в тренде, при этом не соглашаясь с самой конструкцией, с войной. И поэтому Путин, его окружение, или Путин универсальный, делает неправильные выводы на основании неправильной и некорректной информации, мягко говоря. Спасибо вам большое за эти разъяснения. Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, только что был с нами в эфире.